Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Воробей уже большой, с папашку, а просит пожрать. Я там батон хлеба бросил им. Вот они там, две семьи, хлеб везет и летает. Улетел он. Сейчас прилетят опять. Ну, хлеб как бы позеленел, да, думаю, что же. Бросил, пускай птички едят. И я его намочил, ну, он мокрый же был, не то что сухой, а мокрый. Сейчас прилетят. Они, как назло, как начинаю снимать, они это самое, улетают, видимо, чувствуют что-ли. Сейчас не хотят лететь, гады. Вон они прилетели. Ну, это взрослые уже прилетели. А сейчас дармоеды прилетят. Вот они уже начинают кушать хлебушек. А вот дармоеды прилетели. Вот дармоед. То есть он уже большой. А сам не хочет это, как крыльями начинает трепыхаться и вроде папашка кормит. С вами канал «Все для огорода», подписывайтесь. О, ест сам. Это может быть старенький. А здесь два прилетали вообще, как они, как большие. Они ни хрена не хотят клевать. А он даже хлеб он бросил. Ой, клеванул, наверное, чуть-чуть. Вот они уже. Куча целая. А вот дармоеды, вот они. Их видно. Они клевать не хотят, а чтобы в рот им дали мне. Ну, у меня здесь корешники там, они вот в душе нашли дырку в двух местах. У них там гнезда. И еще там корешники в сарае я делал. О, дерутся даже, блин. Ну, там две семьи, блин. Я там два батона, то есть батон напополам намочил, и вот они там мягкие хватают. Сейчас нажрутся, блин. О, трясет крыльями. Пашка, дай ему пожрать, блин. А рядом батон лежит, не хочет он это есть, блин. О, трясет крыльями, блин. А сам уже больше папашки, блин. Подписывайтесь на мой канал «Все для огорода». А мне говорят, батарейка сейчас надо заряжать уже. Как-то быстро сажаются батарейки. Эту батарейку я уже новую купил. Старую вообще сдохла. Аппарату сколько? Лет, наверное, 8 лет. Уже родные батарейки дохлые. А здесь я это купил. Не оригинальную, но тоже такую же. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.